Вы и мы. Каждую джума мы с вами встречались, иногда танцевали, иногда слушали ваши замечательные песни и как вы исполняете молитвы. Аллах Тааля нам дал один год нашей жизни, чтобы мы с вами провели вместе. Сейчас, альхамдулиллях, в нашей самой старинной каменной мечети идет ремонт. Это очень большое дело. Альхамдулиллях, выделили деньги. Альхамдулиллях. И поэтому мы сейчас немножко с вами будем в разных местах. Вы в одном здании, мы в другом здании. Но иншалла мы будем встречаться, Алла Берса. Иншалла мы будем делать подарки, Алла Берса. Иншалла мы будем приходить на ваши выступления, Алла Берса. Алла Берса. Иншалла мы все будем молиться, Алла Берса, Алла Берса. Рахмат Аллах Тааля.